сдаться, но нас не сломить. Только вместе сможем мы злодеев всех победить. Мы с тобою не свернем с верного пути. Я сражаюсь за мир и счастье, за справедливость, за честь и правду. Не пугаю меня ненастья, я скричер-гонщик. Соперников оставлю позади, победим, чем все мы. Дикие скричеры, могучая сила, путь нам открыла только вперед. Что же это нам принесет? Сражайтесь смело, отважно, храбро, бесстрашно, мы победим. Мы команда скричеров, и действовать мы будем все как один. Смотрите, мощная сила, путь нам открыла только вперед. Команда скричеров, и действовать мы будем все как один. Мы все как один. Дикие скричеры. Дружелюбный напарник. Давай, ты сможешь! Сильнее, давай, ты сможешь! Используй всю силу! Сдвинь его! Не получится! Ринго, я могу взорвать его шаровой молнией! Нет, ты разрушишь древний город! Похоже, придется искать вход. Давайте найдем его вместе! Розенсноу, Фрэкчер... Раз мы здесь... Точно найдем! Мои замечательные напарники! Какие сантименты! Они вновь обрели друг друга! Смирись! Профессор, новая подсказка на скричер-карте! Что? А? Вот она! Вы знаете, что это? Погодите! Не может быть! Это же... Медведь? Точно! Подсказка выглядит как медведь! Возможно? О! Точно! Медведь! Значит, сверху древний город выглядит как медведь! Вход должен быть где-то рядом! Разделимся! Ребята! Вход в город скричеров здесь! Ого! Чего мы ждем? Мы нашли вход! Идите и возьмите энергетические диски! Не волнуйтесь! Какая бы опасность ни подстерегала! Пока профессор Уилбур с вами, все будет в полном порядке! Профессор! Помогите скорее! Началось! Мой скричер должен быть здесь! Держись, напарник! Я иду! От них одни проблемы. Почему всегда мы? Он даже не поздоровался. И вдруг появляется Ройлис. Если бы не тот парень, мы бы уже победили. Что теперь об этом говорить? Точно! Все равно мы проиграли. Замолчи! Мы ничего не добились. Хоть и смогли избавиться от Хадсона. Кто сказал, что смогли? От этого бестолкового, заносчивого маленького прохвоста... Хадсон! Что ты тут делаешь? А я все думал, куда вы делись? Оказывается, вы хотели от меня избавиться. Спасибо! Хотели получить фору, чтобы помочь мне исследовать руины, и потому ушли первыми. Конечно! Невероятно, что ты нас нашел. Можешь не благодарить. Мы ведь партнеры. Да! Вперед! Вместе! Шанс упущен? Эй, подожди нас! Зондер, сюда! Оторвались! Нет! Лабиринт! Как выбраться?
здесь слишком много ловушек. Где же мне тебя искать, мой Скричер? Все в порядке? А? Побереги силы, иначе не сможешь сражаться. Если тебе что-то понадобится, дай знать. Да, Александр, не переусердствуй. Мы со всем справимся вместе. Угу, знаю. Райлис, Шэдоуинд, спасибо. Потрясающе. Вот бы мне такого напарника, как Ройлис. Король рыцарей, дракон! Не бойся, мы разберемся. Уходи, Хьюза. Нет, я буду сражаться с вами до конца. Ты достоин быть моим напарником. Будем сражаться вместе. Пока ты с нами, мы непобедимы. Чего же мы ждем? Вперед! Это было бы так здорово! Ну что, после такой прогулки я голоден. Может, перекусим? Отлично! Режь на 4 равные части. Не жульничай! Да, знаю, знаю! На месте Ринга тоже быть неплохо. Ну что, давайте есть! О, как вкусно! Не спеши, здесь на все хватит. Вы настоящие обжоры. А ты нет? Было бы здорово так веселиться. Что там Хьюса бубнит? Кто знает? Может, спросим? Не надо, пусть порадуется. Мой напарник, где же ты? Что происходит? Ха-ха! Наконец-то догнал! Хадсон? Привет! Скучали? Вы ведь только что убежали. Зачем вернулись? Оставим детали. Я наслышан о вашей беспечности. Не боитесь, что злодеи проберутся внутрь? Например, кто-то вроде нас. Теперь мы с вами расправимся. Попробуйте! Вам не получить энергетические диски! Атака Скричера! Энергетические диски наши! Прочь с дороги! Что? Атака Скричера! Давай, давай! Атака Скричера! Кувырок, трансформация, Ройлис! Брат, иду на помощь! Я помогу вам! Нет! Мы разберемся! Ринга, Хьюс, идите! За нас не волнуйтесь! Найдите диски! Ага, понял! Идем к Хьюсу! Идем! Стоять! Вы никуда не пойдете! Я твой соперник! Ройлис! А? Где хранится древний диск? Нет, такими темпами Ринга заберет энергетический диск. Эмбер! Понял! Что с этим парнем? А? Куда делся Хадсон и остальные? Как больно! Все в порядке? Конечно! Ого, интересно, что это за место? Хьюсо, смотри! О, это...
Энергетический диск! Отлично! Он здесь! Нашли! Ринго, смотри! А? Это Скричер? Точно! Думаю, это мой напарник! Вот его! Поздравляю, Хьюса! Вот повезло! Найти диск и твоего Скричера так быстро! Да, держись, напарник! Я иду! Я за диском! Эй, Ринго! Стой на месте! О, Хатсун! А это кто? А? Энергетический диск! Ха! Наконец-то нашел! А ну стой, Хатсун! Вперед! Атака Скричера! Курок! Трансформация! Лава! Останови его! Не дай ему опередить нас! Понял! А? С дороги! Разберись, Эмбер! Лава! Еще рано! Я пока не закончил! О нет! Железный дракон! Лава! Диски подзарядки! Не мешай! О нет! Держись, Ринго! Я помогу тебе! Нет! Разбуди своего Скричера! А? Но, Ринго... Не волнуйся! Разбуди своего напарника! Я отвлеку Хатсона и Эмбера! Ринго... Не волнуйся! Я справлюсь с этим котом-переростком! Как ты смеешь? Доверься нам! Иди! Разве ты не хочешь скорее встретиться с напарником? Ладно! Ты никуда не пойдешь! О, нет! Напарник! Хьюзо! Я тебя нашел! Не может все так закончиться! Мы будем сражаться вместе! Как больно! Как больно! Напарник, ты цел? Отлично! О, в чем дело? Чудесно поспал. Пора вставать и размяться. Ха-хай. Привет, напарник. Ты мой напарник? Я тебя ждал. Я очень-очень рад наконец-то с тобой встретиться. Очень рад. Ты мой напарник? Слушай, мое имя Арес. Давай, а теперь ты. Арес? Нет-нет, слишком тихо. Где твоя энергия? Давай с душой. Скажи это громко. Ну давай же, не стесняйся. Арес, мое имя Хьюса. Прошу, обучи меня. Блестяще, молодец. Так держать. Так, попробуем трансформацию. Сначала возьми древний диск трансформации. Ну да. Теперь попробуем суперзаряженную скричер-атаку. Это я могу! Я полон энергии! Эй! Атака скричера! Курок, трансформация, арес! Ого! Ха-ха-ха! Ты потрясающий! Oh!
Ты сможешь! Ха! Просто признай поражение! Молодец, Эмбер! Энергетический диск мой! О, нет! Обо мне не забыли? Всем привет! Откуда у тебя Скричер? Спокойно, моя очередь, Ринго! Хай! Хьюсо! Ты мой враг? Что ж, сначала поздороваемся! Привет! Ха, с дороги! А? Я поздоровался! Не можешь ответить? Ладно, попробуем снова! Привет! Вот заноза! Не собираюсь я с тобой здороваться! Эй! Ха-ха! Что? Эй, ты! Убери от меня свои лапы! Хлепу! Ты бойкий молодец! Сыграем в игру! Взлетай высоко, лети! Давай! Вот так! Что ты делаешь? Прекрати! Хватит! Хватит! Он слишком силен! Давай, лети! Арес, покончи с ним! Я разорву тебя на части! Получи! Медвежий рёв! Как справиться? Не могу поверить, что он так силён! Эмбер! Ура! Ты потрясающий, Арес! Арес такой сильный! Он их разгромил! Ринго! А, да, диск! За ним! Где это я? Гектор! Это же энергетический диск! О, нет! Брат, я не могу! Неважно! Сражайся! Если Гектор не заберет энергетический диск, я с ним разберусь! Ха! Древний диск мой! О, нет! Он нас провел! Рано радоваться! Забирай диск и бежим! Нет! Он сбежал! Что происходит? Это? О, нет! Сейчас все обрушится! Землетрясение? Кошмар! Спокойно! Бояться нечего! За мной! Новый город? Что это за башня? А, смотрите! Хватит глазеть! Помогите! Какой позор! Стойте! Незачем бежать! Все хорошо, успокойтесь. Ничего не случится, пока я рядом. Ха-ха, вот так, вот так. Идем с нами, не спешите. Без паники, мы вас выведем. Я здесь! О, это Скричер Хьюса! Да! Его зовут Арес! Он супер!
Хьюса, ты нашел своего напарника! Угу, спасибо за помощь! Прости, Ксандр, Гектор забрал энергетический диск. Это я виноват, моя беспечность! О, это совсем не похоже на тебя, Ринго! Точно, веселей! Да, битва только началась! И мы нашли новых друзей! Арес, будь моим учителем! Нет-нет, вы слишком тихо говорите. А? Скажи с чувством, вложи в слова энергию. А? Вот так. Всем привет, я Арес. А? Что? Скажите, давайте, поделитесь энергией. Что-то не хочется. Громче, не стесняйся. Поздоровайся с Аресом, громче. Началось. Привет, Арес. Ха! Отлично! Молодцы! Даже с новыми друзьями нельзя расслабляться! Пирожки! Вкусные пирожки! В другой раз будем осторожнее! Отлично! Хьюсо, давайте все! Послушай меня, Ринго! Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».